103. Кордон был 103. Называет орел. Как слышите? Кордон был 103. Кордон был 103. Кордон был 103. Называет орел. Как слышите? Да, слушаю тебя, орел, хорошо. Что нового? Объявлено штормовое предупреждение. Не исключено, что Кинчера перевал закроют. А в вашем районе группа туристов пропала, что вы? На связь не выходят. Если объявится, сообщите. Принято. Конец связи. До связи. Кордон был 103. Вот безмозглые. Уважаемые подписчики моего блога, в конце нашего похода, совсем недалеко, от Галыгина, откуда мы поедем домой, вон там, вон за той лесной полосой, Володька, наш командир, ну, правда, так думает только он, упал с берега в реку. Прикиньте, на Урале зимой не мерзнет вода. Понимаю. Стоп, достань аптечку в рюкзаке. Это Марина, наш доктор. Симпотная, правда, много о себе думает. И к Володьке явно неровно дышит. Что там? Брат. Да нет, внутри там, на дне посмотри, под одеждой. О, Степа, вот это крутой походник. Они постоянно цапаются с Владимиром, кто главнее. Аккуратно. Петя, отвали, а. А еще у него анемометр есть. Это тот, который силу ветра измеряет. Только он его не дает никому, не доверяет. Сейчас, так и определить. Клади ногу. Диагноз хотите поставить, Алла Ивановна? Да нет, я просто... Ноги холодно. Алла Ивановна. Наш пионер вожатый на лыжах реально летает. Палатку самая первая ставит, а гречку варит, прям как моя бабушка. Ты вообще сейчас не к месту. И строгая такая же. Сергей Васильевич, наш завхоз. Да уйди ты, Петь! Мутный какой-то. Весь в наколках, наверное, сидел. И с нашей Аллой Ивановной. Вась-вась. Может, ему лучше это, спиртиком ногу? А вот это Жужа. Да, к спирта на одну ночевку. У нее папа олигарх. Ладно, какая ночевка? Мы к поезду дойдем. Молодец, Владимир! Диман! Наш чувак, программер! Марин, ты там в носок. Ты, ну, как, ты для блога снимаешь? Получше. Пытался снимать, пока некоторые не мешали. Всем привет! И мы, да. мы дойдем, возможно, уже скоро. Дима, это только так кажется. Алла Ивановна, я вообще не с вами разговариваю. Достал уже всех за 10 дней. Плохо дело. Ну что там? Марин, ну что у него? Володь, ну что? Володь. Нужно помощь вызывать. Где рация? Вот здесь была. Да ладно! Наш командир и рацию утопил. Отлично! Это лучший командир на всем Урале. Спокойно, мы поход закончим сегодня. Это не обсуждается. Вот, это правильно? Молодец, Владимир! Сегодня идти не можем! Почему не можем? Потому что Володя повредил ногу. Это понятно? Да чего уж непонятно. И что нам теперь тут? Всю ночь торчать? А поезд? Лыжу чинить надо. Починим. Так как ее чинить-то? Попробуем склеить. Так как ее склеить, Алла Ивановна? Если получится, завтра утром пойдем. Потихоньку. Все. Ставим палатки. Чё-то мне небо не нравится. Думаешь, метель будет? Ну, не знаю. Ничего, может, завтра до Галыгина дойдем. Хотя, если честно, мне казалось, что Галыгина в другой стороне. Да и реки на карте нет. Компас-то в порядке? Не факт. Черт, не проверишь никак. О! Что? Опять спина, что ли? Черт. Доктору тебе надо, Алла. Ой, да когда, Васильевич? Когда? Вот закончим эту клоунаду. И лечить тебя, молодую, красивую. Да, молодая. Скажешь тоже. Кому я нужна? Марин! А? У нас обезболивающие есть? Пока есть. Ничего, спасибо. Я разберусь, справлюсь.
Марин, у тебя сколько ампул осталось? Одна. Ты сегодня не кали. Марин, лучше завтра, чтобы Володя идти смог. Спасибо, Алла Ивановна. Можно я сама как-нибудь решу? Ну? Давай, правда, завтра. Степ, вы бы сходили за дровами? Слышал, что сидишь? Иди давай работай. Степан, почему я обязательно? Я устал вообще-то. Вон пусть Петя сходит. А что Петя-то? Он тоже пойдет, никуда не денется. Хворост на утро нужен. Знаешь что, Степан, ты на самом деле напрасно раскомандовался, потому что у нас уже есть руководитель, и это Владимир. Смешно, ага, рукой водитель. Перестаньте оба на базаре, честное слово. Да ты вообще помолчал. Вон из тебя поезд прошляпили. Да и рад. Так все, хватит. Я за помощью пошел. Так, Петька, одному не ходить. Видишь, небо портится. Да вы вообще молчите. Это вы нас затащили к этой реке. Петя. Срежем. Срезали. И что нам теперь ждать, пока метель начнется? Ну, может, что не начнется. Ладно. Может. Руки убери. Так, Петя, стой. Да пошел. Петя. Петька, стой. Петя. Далеко собрался, Петя. Блогер. Петя. Ну, стой. Ну что ж такое? Отошли все! Петя! Ну чего ты? Ну подожди, ну куда мы без тебя? Ну? Сегодня отдохнем, а завтра пойдем все вместе, хорошо? Ну? Давай. Все хорошо. Ну, успокойся. Проспит до утра. Продуктов у нас немного, поэтому будем беречь. Неизвестно, сколько мы здесь проторчим, если метель начнется. Сергей Васильевич, вот просто мы, получается, должны к обеду уже завтра быть в Галыгино. Так давайте, может быть, ну, нормально поедим, пожалуйста. Ни в каком мы Галыгино не будем. Инвалидом в группе. Заткнись. Да вообще, Володь, если б не твой сегодняшний заплыв, мы б, небось, уже в поезде чай пили. Ты не понял? Так хватит. Володя, успокоились. Положение сложное. Лыжи мы починили. Если завтра метели не будет, потихоньку пойдем. Ну, а если будет метель, придется ждать погоды. Угу. Алла Ивановна, скажите, пожалуйста, вот, а если... Например, метель будет, например, неделю. Значит, неделю будем ждать. Это ясно? И подохнем с голоду. С голоду не помрем. С холодом хуже. У нас мало топлива, а костер не разведешь на ветру. Поэтому надо экономить. Да. И нас просто сожрут волки. Жень, ты ненормальная, что ли? Я не пойму никак. А ты нормальная? Хватит, успокойтесь. Не тот момент, чтобы собачиться. А мне, например, интересно, что об этом думает наш командир. Стёп, ты опять? Может, у него есть какой-нибудь специальный план Б? Стёпа. И вообще, Володя, а кто тебе сказал, что ты командир? Твой бизнес-тренер на коуч-сессии? Или твой папчик? Я тебя сейчас знаю, что ты! Прекратите! Ногой, может, ударишь? Степан! А чё я? Володя, ты сейчас обезболивающее сделаешь. Mm-hmm. Марина, это лучше сделать завтра утром. Отстаньте от меня, Алла Ивановна! Как он завтра пойдет? Так, стоп! Хорош гавкаться. Алла Ивановна права. Давайте лучше пейте. Да. Ну ладно. Подари нам и под горьем
Иди я вперед, чтобы за боя взять Приморье, белой армии оплот. Чтобы с боя взять Приморье, белой армии оплот. Развивались знамена. Куда? Стой! Стой! Ты что, прогноз не слыхал? Не пущу! Все, куда? Метеорологи три раза предупреждали, идти сегодня нельзя! Шапку надень, голову застудишь. Я ненадолго начну. Да пропади ты пропадом! Я тебя спасать не пойду! Я тебе точно говорю! Фу. Что? Опять ушел? А я... Что я могу? Вик следом ушел. Хорошо. Военных бы предупредить. Вы поучите меня еще, поучите. Я иду за ним. В 13.15. В случае внештатной ситуации связь в 15.00. Принял. Кордон полстатри. Только вас там и не хватает. Все, конец связи. До связи. А что это у нас блогер сегодня снимает, а? Че, Петечка, настроение не то? Все, перестань, а! Стойте! Стойте! Володь, нога? Нормально, нормально все. Сейчас отдохнем и пойдем. Алла Ивановна, ты понимаешь, что мы никуда не дойдем? Мы уж третий раз за час останавливаемся из-за него. Давай привал, вот оставайтесь. Рюкзаки сбросим. Я без рюкзака, два счета за подмогой. Это плохая идея. Нам нужно держаться вместе. Володя, идти сможешь? Я дойду. Да куда ты дойдешь? Голову-то включи хоть раз, командир. А давайте отдохнем, а? Жень, потерпи, пожалуйста. Не двигаться, овраг! Все, привал! Дима! Живой! Дима! Да. Дим! Я здесь! Идти можешь? Не факт, но я попробую, конечно. Эй. Давай, вставай. Ой, давай я тебе. Они укробят нас всех. Димочка! Надо за помощью идти. Дим, ты не ушибся? Да я просто лыжу потерял. Как? Ну как? Держись. Я просто, она у меня соскользнула и уехала просто. Ничего, главное, руки-ноги целые. Сейчас возьмите. Мы здесь все замерзли. Замерзнем насмерть. Лалон, ну что ты говоришь такое? Мы не замерзнем. Ну, мы костер разведем, и нам тепло будет. Правда, ребята? Женя? А? Женя. Так, что там? Мне кажется, что ты идиотка. Там... Она не идиотка. А? Конечно, не идиотка. Ну все, Ромео, я за подмогой. Ты со мной? Да. Жень, скоро вернемся. Степа, мы это уже обсуждали. Этого нельзя делать. Что, сами набивать, Алла Ивановна? Петечка, ты-то куда? Петь. Степан, остановись. Петь, это опасно. Ставьте палатку и разводите костер. А я быстро. Степан, ребята, перестань. Давай Петь, за мной, блогер. Петя, стойте! Перестань. Петя! Не надо! Да остановитесь вы! Нашел! На! Спасибо! Еле откопал, глубоко зарылась. Фу. Так, а где эти-то? Ушли, что ли? И снарягу бросили.
Но ведь пропаду же, Ал! Ну куда ты смотрела? Мы тут все пропадем. Волки! Волки! Что? Волки! Стёп! Слышал? Слышал. Ну и что? Наверняка Жужа или Маринка какого-нибудь пустяка испугались. Может, им помощь нужна? Если хочешь, иди возвращайся, проверь. Только я тебя ждать не буду. Вик, ко мне! А. Что же вы на собаку с ножом? Это Вик, он не тронет. Фу, напугался! Собачка! Правда, собачка? Вы, значит, и есть пропавшие туристы. Ага. Ну да. А что на связь не выходите? Так мы в походе 10 дней. Мы просто рацию потеряли. У нас вот у Володи растяжение, и лыжи сломалось. Да. Идти не может. Мы вас все на станцию шли, у нас припасы закончились. Так а вы-то откуда? Торопиться надо. Штормовое предупреждение передали. Так что давайте, вперед. Давай, я Сергей давай, Васильевич, завхоз. Очень приятно, Марк. Подождите, у нас еще двое, они в Галыгино ушли за подмогой. Так Галыгино в другой стране. Как? Так. Выходит, компас сломался. Подождите, то есть они могут заблудиться? С Кузьмичем вряд ли. Вон они. Смотрите! Ну, ваши гаврики! Наши! По дороге подобрал. Это Степа и Петя! Так. А мы подумали, что ты волк. Собачка. Держите. Спасибо. Пейте. Ногу давай. Ага. Это что? Блокада. Чтобы ваш раненый до дома дострадал. Спасибо. Ну, я утром ему колола анальгин. Анальгин – это так, для самоуспокоения. Ну, давай конечность свою. Подождите, вы мне объясните, что это у вас? Просто я врач, я… Накалите уже, ну! Терпи, быстрее ветра побежишь. Так, одевай. Попробуй. Ну что, экскурсанты, встаем на лыжню? Все, вперед. Как уже? Откуда лыжня в лесу? Оттуда. Давайте, давайте, давайте. Собирайте манатки. Ну чего? Найдешь? Рискну. Слушайте, вы этих гавриков зачем от себя отпустили? Они нас не спрашивали. Что значит не спрашивали? А командир группы что, расшляпил? Так получилось. Что значит так получилось? Вы что за группа такая? Из интернета. В смысле из интернета? Ну, группа собралась в интернете. Есть такие специальные сайты для походников. А, скорее уж покойников. Кто это из интернета сразу на зимний Урал прет? Вы что, безмозглые совсем? Так. То, что вы нам помогли, не дает вам права с нами так разговаривать. Ясно. Ого, смотри, что это? Ракета. Ну что, пулять-то? Дома мы уже. Ну давайте! Вперед, вперед! Идем, идем. Раз, два, раз, два! Чего встали-то? Не отстаем, потягивайся. Алла Ивановна, вы. Давай, давай. Зоя Петровна, принимайте гостей. Ну что встали-то, экскурсанты? Вперед, вперед! Зоя Петровна, кормите их, поите, баню сводите. У одного проблема с ногой, посмотреть надо. А я пока МЧСовцам сообщу, что пропавшие туристы на нас пошли. Вик, за мной. Ал, все в порядке. Давай, скорее в тепло. Ты
свой рюкзак. Давай сюда. Спасибо, я сама. Спасибо. Мужики, на столе чай и еда. Справитесь? Ага. Справимся. Женщина за мной. Кто-нибудь понимает, где мы находимся? Да какая разница? Главное, что в тепле. Здравствуйте. Да, только пожрать бы. Господи. Там в чане кипяток, в кадушке ледяная. Вы сами справитесь? Или вас помыть? Нет, нет, мы и сами, спасибо. Чистая одежда. Извините, а мы это куда? Ну, в смысле, вот это что? Кордон, 103. Что? Вода не кончится? Классная татуировка. А, это... Это девчонки мои, подружки в Швейцарии делали, а я за компанию. Володя спит, как ребенок. Интересно, что они такое ему вкололи. Как пахнет. Спасибо. Ешьте. Спасибо. Мурсику. Ага. Слушайте, а что? Что это за мясо необыкновенное? Как что? Кабан. Какой дивный кабан. Угу. Слушайте, какой молодец кабан, а? Ну что? Живы, целым, сыты, мыты. Павел? Зоя Петровна, а где все остальные? Ваня, кроме раненого, спит. Чего не с ногой? Да проснется, посмотрю. Спасибо большое. Я не сомневаюсь в ваших знахарских талантах, но я врач, и я сама позабочусь о здоровье нашего руководителя. Так, я не понял, этот Гаврик руководитель группы? Ну, тогда это многое объясняет. Я что-то смешное сказала? Да нет, все в порядке. Нет. Кузьмич, пойдем. Да. Куда мы попали вообще? Кордон, 103. Сделайте тише. Ну, что такое?
Что там у них? Вертолет? А может, это военная база какая-то? Не похоже. Вы прям бывали на военной базе, Алла Ивановна. А может, кто-то за нами прислали? Угу, за нами. А кто ночует-то у вас? Да, туристы. Набрали баб по интернету и понесло их в тайгу. Где Марк? На трассе, конечно. Где же еще? Как ветер улегся, ушел. Мне поговорить с ним надо. И с тобой тоже. Хорошо. Вернется, поговорим. Он часа на два ушел. Вчера не добрал. С этими гавриками нянчился. Ясно. Это не про нас, что ли? Слушай, я сейчас им все скажу. Марин, Марин, Марин. Помни, они вчера нас, между прочим, спасли. Так что терпи и улыбайся. Давай. Доброе утро. День давно уж. Доброе утро. О, ну, наконец-то у нас гости. Давайте знакомиться. Алла, очень приятно. Игорь. Марина. Игорь. Какие милые дамы. Дамы, вы милые? А где наши товарищи? Дрыхнут ваши товарищи. А мы вообще из Москвы. Вот у нас такой неудачный поход получился. Ну, почему же неудачно? Могли замерзнуть, но не замерзли. Да. Ну, просто все как-то нелепо вышло. Да. Мариночка, кофе хотите? Да, если можно. Ну, конечно, можно. Зоя Петровна. Тут я. Помогите, пожалуйста. Я гостинцев привез. Сейчас. Опять? Ну, конечно. Я ж в гости летел. А можно мне чаю? Он же у вас с травами. Можно. Сейчас шампанское охладится. Лишня. Спасибо. Колбаса иностранная. Это салями из Милана привез. Да? Да, сам выбирал. Слушайте, а как в тайге оказались? Это экстремалка? Нет, я врач. И какой? Кардиолог. Да что? Скажите, а вы что, можете прямо все сердечные болезни вылечить? Момент не упустить. Кто-нибудь еще яичню будет? Можно я доем? Ешь. На столе стынет. Ну, ну, в смысле, если... Если больше никто не будет, то... Зоя Петровна, давайте я помогу вам с посудой. Сами управимся. Так может в баню убрать? Там вчера столько народ. Послушайте, девчонки, а хотите сейчас сядем на мой вертолет? Я вас на вертолете над тайгой покружу, а? Там такая красота. Спасибо. Мы на эту красоту дней 10 смотрели, не отрываясь. Тебя там метель как шарахнет, покружишь. Запреты и рамки придумали трусы, Кузьмич. Да ну тебе. Что-то у меня сердце схватило. Павел Кузьмич. Павел Николаевич. Кузьмин моя фамилия. Ну, я не знала. Павел Николаевич, простите, я понимаю, что мы вам тут не к месту. Да, как это вы догадались? Сейчас наши встанут, и мы решим, как отсюда выбираться. Как? Да, к сожалению, никак, потому что метель уже здесь. И что, это надолго? Да откуда я знаю? Она что, со мной советуется?
А можно еще вопрос? Да, можно. А мы где находимся? Кордон полста три. А поточнее? А поточнее, не задерживайте меня, пожалуйста. Потому что и так из-за вас весь график коту под хвост. А мне еще ваши лыжи перетаскивать. Сами же не догадались? У нас притык. Не проблема. Слушай, ты бы свою вертушку запер, чужих полон дом. Там бояться некого. Ага. Вот ежиха. Сам ты. Ну, упали, подумаешь. Я сказал нет. Тут людей левых занесло. Да откуда я знаю? Я понимаю свидетелей. Но куда я их турну? Метель, чтобы их? Не уговорю так заставы. Он, в конце концов, мне должен. И он тоже человек. Ему жить охота. Все. До связи. Я совсем потерял уже. Лыжи перетащила. Напасть какая. Опять? Идти можешь? Ну, пойдем, я тебя разомну. Я тут у них в медкабинете кое-какое средство обнаружил. Давай без средства. Думаешь? Ал, по-моему, ты паникуешь. Но сказал там кто-то кому-то по телефону, что мы свидетели. Свидетели чего? Что мы в гостях у разбойников находимся? Разговор о патронах. Может, они охотники? Да шут его знает, кто они. Ты видел, у них у всех куртки будто одинаковые. Может, это форма? Да обычные куртки. Яркие, красные. На снегу заметнее. А дом? Такой огромный дом для троих человек? Ты где-нибудь в тайге такие кордоны видал? Ну, не видал. И Володьке вчера что-то вкололи, помнишь? Ну да. Продрых всю ночь сном младеца. Так это ж хорошо. Да, очень хорошо. А теперь скажи мне, вот ты всю жизнь в походах. Разве так бывает, чтобы одного шприца на 12 часов хватило? Это что там должно быть? Ну, не знаю. Масса препаратов бывает. Кто они? Военные? Ученые? Может, бандиты какие-то? Может, мы видели что-то такое, чего мы не должны были видеть? Смотри, вчера еще нас привели, сегодня утром вертолет. Это они что, начальство позвали? Чтобы понять, что с нами делать? Ну все, Ал, у тебя от усталости уже что-то с головой. Отдыхай. Может, у меня что-то с головой? Но за группу мы с тобой, Васильич, отвечаем. И должно быть начеку. Ты.
Сколько здесь книг? Да, необычная коллекция. А ты что, только встала? Да. Да, я вообще не припомню, когда последний раз так крепко спала. Ну что же ты стоишь? Беги завтракать. Вернее, уже обедать. Да. Жень. Да? Жень, слушай, а что ты думаешь? Ну вот про этот дом, про место, про людей. Ну, Зоя Петровна, например, очень вкусно готовит. Да? Вы знаете, я очень кушать хочу. Я пойду поем, ладно? Да, я сейчас тебя догоню. Да, да. Марину ищу. Пойдем. Покажу. Всем привет. Как нога? В порядке. Перелома нет, связки целы? Алла Ивановна, если я говорю в порядке, это значит в порядке. Марин, что это за препараты у них? Вот какая разница. Посмотри, пожалуйста. Ну, что для суставов похоже. Не знаю, точно не уверена. Слушайте, я же не могу все лекарства знать. Положите на место. Что такое? Помочь? Спасибо, я справлюсь. Сложновато сыщику. С радикулитом, правда? Зря смеетесь. Вы мне лучше скажите, зачем в лесу операционная? Кто вам сказал, что это операционная? Это массажная кушетка. Да. Помочь вам? Спасибо, сами как-нибудь справимся. Вы лучше заканчивайте тут обыск. Очень хотела, Зоя Петровна. Но я же не могла. Я же решение приняла. Петровна, чаю сделай. Меня зовут Женя. Знакомились же. Однако какой-то неудачный день, Кузьмич. Женя. И Горяша. Очень приятно. Жень, шампанского хотите? Хочу. Прекрасно. А что предпочитаете? Брют или полутона? Брют. Брют? Угу. Вот из старых запасов. Кузьмич. Не рановато ли? Кузьмич, дама просит. Я сейчас помогу тебе. Женечка, никуда не уходите. Угу. Жень, ну ты что? Аллочка, ну а что, нельзя? Оставь эту минералку. Возьми то, что я в прошлый раз привез. Оно вернее. Да какая разница, чем ты их спаивать будешь? Знаешь что? Сволочь ты, Игорек. Не тебе решать. Что, Марк? Как настроен? Я уже все сказал, забудь. Мы еще не договорили. Ни с тобой, ни с Марком. О, да у вас тут можно многолетнюю осаду выдержать.
натворить. Принимайте. Метель. Держите. В окне все видно. Спасибо. Этот гость их новый. Игорь. Косит под простачка. У самого часы дорогущие и две сумки деликатесов. И на вертолете прилетел. Кого-то он мне напоминает. Прям вертится на языке. Один прилетел-то? Один. В таком случае это странно. За такими обычный хвост охраны, прислуга, а тут один. Да и управлять этой машиной непросто. Я на такой пару раз летал. Где карта, Васильич? В рюкзаке. Тебе зачем? Да не нравится мне все это. Хочу понять, где мы находимся и как отсюда уйти. Куда уйти, Алла? Метель. Васильич. Иди, смотри. Куда смотреть-то? Да ты куда хочешь смотри. Только этого места ни на одной карте нет. Да ладно. Ни на МЧСовской, ни на маршрутной. Да нет, Алла, этого не может быть. На эти карты наносят даже брошенные поселки. А тут целый картон. А вот, может, не существует в природе картон пол 103. Давайте присоединяйтесь. Вот это Володя. Здрасте, Игорь. А пойдемте все на улицу пить шампанское под снегом. Я так люблю снег. Вы поэтому и в поход пошли? А, нет. А давайте танцевать. Давайте. Опа! Слушайте, в поход я просто так пошла. Это же круто. Мне папа очень клевые новые лыжи подарил. Передайте, пожалуйста. Домой приедешь, он себя этими лыжами позажится. А папа не знает, что я в походе. Он по делам... Улетел надолго, а я оп-оп-оп-оп и ушла. Какая
Ой, Степан, это мы удачно зашли. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. А, хлеб, пирог. Позвольте представиться, Степан. Здрасте. А это Дмитрий. Спасибо. Игорь, очень приятно. Петровна, а может, кавалерам что-нибудь покрепче, а? Сейчас. О, мы не откажемся. Здесь такая настойка водится, на бруснике. Интересно. Петровна настаивает. А Петровна, говорят, потомственная шаманка. Да вы что? Ну что ж, попробуем, попробуем. Здрасте. Здрасте. Здрасте, Сергей Васильевич. О, Васильевич, иди сюда. Сергей Васильевич, а вы вовремя? У нас здесь наливают. Я с удовольствием. А, кстати, за что пьем? Ребята, конечно же, за чудесное спасение. Да, по-моему, чудесная мысль. Вы не находите? Ну, или за знакомство. А хотите шоколада бельгийского? Настоящего? Нет. А можно мне бутерброд с салом? А, Женечка, это слишком. Сало с шампанским? А что, я люблю. Жень, остановись уже. А почему, Аллочка? О, Петя. Вот, Игорь, скажите, ну после всего мне же можно. После всего тебе, быть можно все, что ты захочешь. Возьмите, а вам? Здрасте. Здрасте. Стесняюсь спросить, интернет есть тут? А как же? Я без него как без рук. А чего я такого спросил-то? А я вас знаю. Не может быть. Ну да. Вас же по телеку все время показывают, правда? Жень, отстань от человека. Да почему? Это же Игорь Виноградов, верно? Кто? Кто? Ну? Какая ты проницательная малышка. А кто это? Миллионер из списка Forbes. Миллиардер. Чего его состояние сложно представить. А что он здесь-то делает? Игорь, вам налить? Да, спасибо. Игорь, вот нам всем интересно. А что вы у нас здесь таки делаете? А я к друзьям прилетел. В гости. А, вот как. На зимние каникулы, так сказать, да? У меня есть тост. О! Сейчас, секунду. Супер! Простите. Я сейчас. Я не верю, что все в этой жизни случайно. Я верю, что все определено судьбой. За судьбу. Хорошие слова. Круто. Да. Оригинальные. Ну. Сергей Васильевич. Тостующий пьет до дна. Интересная настойка, правда? Кузьмич, если он это сделает, я за себя не ручаюсь. Ну все, все, ты это... Успокойся. Он... С тобой поговорить хочет серьезно. Кузьмич. Что? Что? Кузьмич? Кто-то же должен за это все платить. И что мне теперь? А то, что... А то, что режим еще никто не отменил. Все. Что-то? Не знаю, сейчас гляну. Тихо. А туристы сейчас напьются и пойдет веселье. Ну что ты решил? Очень вкусная настойка. Ладно. Вечером все. Когда уснут. Добро. Пошли. А теперь предлагаю доз за Пожалуйста, я взяла книжку вашу почитать. Да ничего страшного.
Пользуйтесь. Тем более, у нас в такую метель телевизоры не работают. А судя по погоде, ждать придется долго. Так что не стесняйтесь. Спасибо. А как же ваш приятель на вертолете? Виноградов? Виноградов, да. У него же, наверное, дела. Он как полетит? Никак. В такую погоду вертолету нельзя взлетать. Кстати, вы ваших предупредите, что придется ждать. А то у вас там молодые девушки начнут капризничать. Я постараюсь объяснить. Угу. Зоя Петровна ужин готовит, так что можно будет скоро перекусить. Угу. Она ваш сотрудник, да? Ну, можно так сказать. А лыжи вы профессионально склеили, несмотря на походные условия. Да, это мы с Сергеем Васильевичем. Учились где-то? Нет, я просто с институтских времен в лыжные походы хожу. Ну как же вас занесло в такую компанию? А, в последний момент выяснилось, что моя группа не идет. Руководитель у нас заболел, затемпературил. Понимаю. Ну, я уж собралась, настроилась. Ну и решила, что пойду. Последний раз. Знаете, в моем возрасте уже вон на печи лежат. А ребят этих я в интернете нашла. Степан вроде ходил, Сергей Васильевич тоже. У Женьки вообще какой-то юношеский разряд по беговым лыжам. С чего вы взяли? Она сама сказала. А вы здесь работаете, да? Да, работаю. А вот это все... Это что? Это? Кордон. Пол 103. Отдыхайте. Так, Сергей Васильевич, плотнее, плотнее, а то не попадемся. Так, ты где там бегаешь? Все? Давай. А вот и я. Ой. О, Мариночка, классно. А может конфетку? Здорово. Ну, спасибо. Ой, свечки на кухне я видел. Давай. А я колбасу хотел съесть. Алла Ивановна, вы вовремя. Так, ребята, хорош уже пить. Жень. А что такое? Все в порядке? Все нормально. Все в порядке, ей просто нужно поспать. Женечка, давай, давай-ка пойдем наверх. Аккуратненько. Да, Аллочка, не сердитесь на меня, пожалуйста. Я шампанское очень давно не пила. Все нормально. А это... Оно такое крепкое оказалось. Ничего, ничего, с кем не бывает. Зачем он так, Аллочка? Я же за него только пошла. А ему... Наплевать. Кому? Папе? Слушайте, сколько нам еще тут торчать? Давайте этого на вертолете попросим, пусть вывозит. Метель, он не полетит. А почему вы за всех решаете? Ребята, Марк сказал, что пока метель не уляжется, нужно ждать. Делать нечем. Вы у него давно ты секретаршей заделаете? Я просто передаю его слова. Да кто он такой, чтобы... Спасибо. Марк и Павел Николаевич спасли нас. И я убедительно прошу каждого не причинять хозяевам неудобств. Это понятно? Мы не знаем, кто они. И мы не знаем, где мы находимся. Нужно просто соблюдать осторожность. Да, как командир я принимаю решение. Вот и прекрасно, командир. Придумай, чем занять команду. Ты что, мне теперь угрожать будешь? Я не позволю так с тобой общаться. Я тебе не мальчик, зайчик. А что у нас сейчас было? Видать, поругались они.
проблема. А ты не понимаешь, да? А что это? Так мне все это надоело. Ты о чем? Да обо всем. Походу, это дурацкий. Господи, какая я дура вообще, что я на все это согласилась. Ну, перестань. Возможно, на тот момент казалось, что это хорошее решение всех проблем. Да. А сейчас я просто хочу домой. Мы все хотим. Нужно чуть-чуть подождать. Я тебя пристрелю. Пошел вон! Это кто? Вроде Марк. Вдруг правда пристрелит. Ой, слушай, слава богу, и пусть пристрелит. Ты Виноградов такой мерзкий тип, я тебе скажу. Да? Мне показалось, вы полазили. Да прям. Он мне в приказном тоне сказал, чтобы я сегодня ночью к нему пришла, представляешь? А ты? Ал. Владимира, передай хлеб, пожалуйста. Доброе утро. Петя, покажи, пожалуйста, что ты наснимал вчера. Потом в блоге увидишь. Доброе утро. Доброе утро. Зоя Петровна, я помогу? Сами управимся. Привычные. Нормально. Какой-то шум ночью был. Нет. Не слышали? Да вроде нет. Степ, налей чай, пожалуйста. А ты, Дим, не слышал? Спроси. Я спрашиваю. Спасибо. Тебе нужна? Зоя Петровна, какой-то шум ночью был, не слышали? Не нашего ума дело. Кашу, яичню. Яичню. Слушайте, а интернета-то нет? Наверное, ясно. Спасибо. Спасибо. Ну ты что, дурак? Нельзя спящих фотографировать. Удали сейчас же. В архивы. Петь, удали. Всем доброе удали, утро. Удали, Петь. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Здрасте. Здрасте. Доброе. Жень, давай поешь. А где Кузьмич? Не пришли еще. Я проспал. Чай сумасшедший просто. Там травы, что ли? Мужики. Беда. Марина, вы же врач? Сможете определить время убийства? Ну, если только приблизительно. Ну, хотя бы приблизительно. Остальные марш по комнатам! Не выходить, пока я не разрешу! Живо! Петь, ты что, сдурел, что ли? Стёп, пойдем. Уважаемые подписчики, после долгих мучений мы оказались в каком-то странном доме, где творятся совершенно жуткие вещи.
По-моему, за нами кто-то наблюдает. Тебе показалось, пошли. Ага. Нам тут даже думать нечего. Это кто-то из этих двоих. Или Марк, или этот. Кузьмич. Помнишь, Алла Ивановна, они вчера ругались что-то там. А может быть, это просто несчастный случай? Жень, не дури. Какой несчастный случай? Марин сказала. Ножевое ранение. Главное, так все подгадали, чтобы мы здесь оказались. Теперь же каждого из нас будут подозревать. Вообще каждого. Вон Женьку даже. Главное, что убийца в доме. И он может убивать еще. А уйти мы не можем. Итак. Что, для блога снимаешь? Пытался снимать, пока некоторые не мешали. А-а. Ну, всем привет. Итак, уважаемые подписчики, как я уже говорил. Ну, почему всегда так? Игоря жалко. Вчера кто-то из них во дворе говорил по телефону. Ну, людей левых занесли. Ну, куда я их турну? Метель, чтобы им. Не уговорю, так заставлю. Он, в конце концов, мне должен. И он тоже человек. Ему жить охота. Пытался кого-то заставить что-то сделать. Он же говорит, человек, и ему жить охота. Так кому? Не знаю. Да нет, ну тут все понятно. Что понятно? Заманили миллионера и зарезали. Аллочка, а кто? Кто говорил по телефону? Да не знаю я. Они же все одинаковые. Шапки, куртки. Телефоны эти спутниковые. И у Марка есть, и у Кузьмича. Да и у Игоря, я уверена, тоже был. На, держи! Позвонил! Связь плохая! Хотя, это не мог быть Игорь. Но его же потом убили. Да нет, это точно. Марк и Кузьмич разговаривали между собой по телефону про Игоря. Понимаешь? Они его хотели уговорить что-то сделать. Он отказался, и вот... На олигархов не похоже. Нет. Интересный поворот. Жень, а твой папа? Знал случайно Виноградова? Я его видела один раз. Где? На соревнованиях. На каких соревнованиях? Да! Кличут вас.
Ну? Рассказывайте. А что рассказывать? Мы тут вообще-то случайно. Игоря убили ночью. Вы все здесь были. Значит, убийца кто-то из вас. Или из вас. Чушь собачья. Больной, головы на здоровую. Я вообще ничего не слышно спал. Так, стоп! Мы были друг у друга на глазах. И слышали, как вы вчера ругались. Или скажете нет? Да, мы почти подрались. У меня вопрос. Кто вы такие? Что за допрос такой? Вы хотите свою вину на нас повесить? Кто вы такие и как вы оказались в одной группе? Да на каком основании? Да точно! Привет, Алло, подожди, подожди. Ребят, давайте я скажу за себя. Карбонка-103. Вызывает орел. Как слышите? Ну все, исповедались. Теперь ваша очередь, или мы тут в одни ворота играем? Мы вообще-то, парень, не играем. То есть вы не собираетесь нам рассказывать, кто вы такие, да? Я знаю. Ты этих знаешь? Что, еще один миллиардер? Жень, тут, по-моему, вообще всех шишек в лицо знает. Это Марк Ледогоров. Знаменитый биатлонист. Победитель всех олимпиад. Не всех. Насколько я помню, как минимум 4-кратный олимпийский чемпион. Может быть, вы Ледогоров? А что же вы тогда здесь делаете? Вы в Сочи должны быть. Здесь у нас тренировочная база. В Сочи мы полетим ближе к делу. Правда, теперь уже не ясно, полетим ли. Точно, я помню репортаж. Я видел, что Ледогоров тренируется в условиях высокогорья, и что у него там своя какая-то система. И вот они вдвоем с тренером, вот. А Женечка знала и никому не сказала. Жень, почему? Кузьмич, ну что было? Марк, погоди! Пока не знаю. Ты ж когда в турине в среду бежал, я голос сорвал. Ты ж в турине бежал, как он бежал. Марк, как ты бежал? Как бежал? В Ванкувере финиш. Там же все комментаторы выли просто. Так значит, вы тренер? Я думаю, не вытянешь. Тебе и здесь живете постоянно? Ну, да. Уезжаем на основные соревнования. С Союзом биатлонистов договорились. Медали привозим. Все а довольны. Ты спринт видел? Да, конечно. Подождите, а Виноградов же и есть председатель Союза биатлонистов. Сейчас. Петь, а дай, пожалуйста, фотик на секунду. Я просто мне не поверит никто. Не надо. Да я не буду выкладывать. Ну, успокойся. А ты смотри все. Витя, убери. Марк, простите, а можете подумать, автограф дать? А зачем прилетел Виноградов? Несмотря на штормовое предупреждение. Он всегда в это время здесь гостит. Почему вы поссорились? У нас был серьезный разговор и... И? Что и? Нам не было смысла его убивать. А, потому что вот это все на его деньги? Игорь помогал. Не только деньгами. Он очень влиятельный человек в спорте. Извините меня. Был. Что? Был. Очень влиятельный человек в спорте. Ну да, был. Ой. Зоя Петровна, ну что ж вы сами-то? Давайте я помогу. Эти разобрать надо. Ага. Сушить подвали. Провоняли, сгниют. Зоя Петровна, вы правда ночью ничего не слышали? Эй! Вы что делаете? Вы что делаете? Да мы просушить хотели. Надо что сушить? А это чей рюкзак? Володин, кажется.
Алла Ивановна, вы извините меня, пожалуйста, я просто очень не люблю, когда у меня в вещах роются. И у меня просто с детства психоз. Ну, я от брата просто вещи все время прятал, он их таскал. Я поняла, бывает, да. И давайте я вам помогу их отнести куда? Да, вот вниз туда, вот за Зоей Петровной. И... Да. Интересная картина получается. Интересная. Смотри, Марк, вот эта склеенная лыжа недотёпа, который считает себя командиром. Заметь, только он так и считает. Я начальник отдела в банке. Группу в интернете собрал я, захотел сходить в серьезный поход. Ты хоть раз ходил зимой, тем более командиром группы. Нет, и что? Никогда не поздно начать. И лидерские качества просто так не формируются. Их надо формировать самому. Да, но лыжи ему по статусу. Выглядит солидно. Денег стоит немалых, но дерьмо дерьмом. Опять же, крепы. В общем, понятно, что группу вел кто-то другой. Иначе они до нас бы не дошли. Дальше. Это заморыша с телефоном. Ощущение, что он в интернете заказывал. Понтов много, а цена грош. Ну, ясно, что просто выпендривался перед кем-то в группе. Женькой. Я блогер. У меня, между прочим, около 5000 подписчиков. А моя бабушка, она знаменитый детский писатель. Я хочу написать о том, что выживание сейчас — это вопрос технологий, а не силы духа, как это было у дикарей, например. Да, он пошел на Урал из-за Жени, они в чате познакомились. Да пошел ты! Так, это, получается, Степана. А я чего? Я обыкновенный инженер. Ну, в походы часто хожу. Стараюсь вырываться каждый год. Да и лыжные тоже. А на приполярном Урале что-то как-то вот никогда и не было. А тут сейчас вот истории стали про перевал Дятлова всякие сочинять. Ну, брехня же все. Вот решил сам сходить, посмотреть, понять, что это за Урал, да с чем его едят. Ну, знаешь что, Марк, никуда он не ходит. А если и ходит, то на других лыжах. Это новые лыжи. Но таких в серьезный поход не идут. Значит, не он руководитель группы? Да, вроде он не при делах, но пока не пойму, совсем или... Или... Или у него какая-то своя роль. Это врачихи. У нас в институте освободилось место зав. Отделения. И руководство считает, что сотрудникам необходимо заниматься спортом. Бред, конечно. И лучше сложным, и всерьез пошла в поход. Потому что это огромный плюс характеристики на повышение. Ничего интересного, но есть одна загадка. Эти лыжи, такое ощущение, что куплены в одном магазине вместе с Володькой. Но только статусом пониже. Думаешь, знакомы были до похода? Ну, это как раз и странно. Ну, а эту лыжницу консультировал настоящий профессионал. Ну, дайте лыжи, я его беру. Что? Ты бы головой лучше думал, чем пьем. Нет, конечно, ты можешь молчать и дальше, как пей. Я думаю. Ты думай. Думай быстрее.
Смотри, эти лыжи равнозначные. Все остальные по сравнению с ними фуфло. Ну, конечно, кроме Женькиных. Вполне профессиональные, надежные, крепы соответствуют. Вот поэтому я и не пойму, кто из них лидер. Или Алла, или Сергей Васильевич. Я пенсионер. В походу хожу с училища. Сейчас без работы, скучно. А тут приятель надоумил, мол, в интернете есть группы по интересам. Я нашел сайт походный, выбрал маршрут. Супруга отпустила. Потому что весной какие походы? Дача, огород. Сами понимаете. Так, ладно. Ну и кто из них зарезал Игоря? Да я бы его сам зарезал. А главное, сколько лет вместе. Ну ладно, что ты сейчас бесишься? А ты что, не бесишься? Олимпиада на носу. Заявился Виноградов. Я им вчера чуть в рожу не засветил. Потом полночи не спал. Не проспал. Чего вдруг-то, ну? Ты ж встаешь секунду в секунду. Главное, Зоя Петровна, как она не услышала, что по дому кто-то ходит? Она же за 3 километра винтовочный выстрел от двустволки отличит. Так, ладно, это. Смотри, вот это самое интересное. Сам глянь. Любопытно. Ощущение, что ты или я выбираю. Да, интересно, откуда этот офисный край так профессионально разбирается в лыжах. Так, а я на спор пошел. Нет, ну честно, мы в одном баре зависали, а там по телеку показывали всякие экстремалы, там трюки показывали свои. И мне Кристинка говорит, вот нормальные мужики, что ты, пиво свое сосешь, тюфяк. Я говорю, ну да, и вот взял отпуск и пошел. А где работаешь? А, я работаю в фирме одной, программист там. Так, ну и кто мог убить Игоря? Как думаешь? Да не знаю, Марк. Пока не знаю. Но ясно одно. Все врут. Все. До одного. Ребята как будто под гипнозом, только Эда Горови говорят, этот он опять в папарацци играет. А хозяева-то исчезли. Подозрительно. Да чего подозрительного? У них Олимпиада на носу, они в такой переплет попали. Решают, наверное, что делать. Жень, ты тоже, что ли, с ума сошла, как все остальные? Дышать выходила. Конечно. Подышать сейчас самое время. Ничего, что в доме труп. Ничего не произошло. А убийца где-то разгуливает, это все ничего.
Девочки, да я вам точно говорю. Марина. Ты или Марк, или тренер его. Сейчас Марина. Сейчас мне нужно следы заметать, вы понимаете? Галяк. Что? Им три. Железку брось. От нее чернота одна. Спасибо. Я не понимаю, почему они ничего не предпринимают. Но они ведь хотя бы должны делать вид, что они пытаются найти убийцу, а... И это ходит все время. Хотела Володю смотреть, где в кабинете, а дверь заперта на ключ. Марин, у нас нет никаких доказательств, что это хозяева. Да все и так ясно. Был один удар. Удар был такой силы, что все, шансов не было. Значит, это сделал очень сильный физический человек, спортсмен. Но наши мужики просто не способны были бы так ударить. Да, и метель не заканчивается, как назло. Ладно. Пойду Володю смотрю. Аллочка, ну вы же не думаете, что это Марк или Кузьмич могли убить? Ну зачем им это? Женя, ты что, поклонница биатлона? Да нет. А откуда ты тогда Ледогорова знаешь? Да, так он знаменитость, его же все знают. Папа биатлон смотрит, а я иногда вместе с ним. Как раз перед Олимпиадой. Скандал будет. И связи как назло нет. Ты понимаешь, кто-то из них знал, что Игорь всегда прилетает сюда один, без охраны, и в это время года. Марина ведет себя так, как будто хочет снять с себя все подозрения. Но... Возможно, она мне не все рассказала. Может быть, Виноградов домогался ее, применил силу, но и она в состоянии аффекта. Да нет же, у нас одно задание. Если ты прав, то кто-то из них тогда шел специально сюда, на кордон, а не в Галыгино. Ну, конечно. И он знал, что поход будет сложным, и нельзя идти с плохим снаряжением. Согласен. А почему ты забыла про хозяев? Так они сами ищут убийцу. А Зоя молчит, как партизан. Хотя я уверена, она точно что-то слышала ночью. Ну, я пытаюсь к ней втереться в доверие, но... Тогда остается у нас Алла, Васильевич, Диман и... Женька все врет. И про папу олигарха, и про Швейцарию. Она точно знает обитателей кордона. Они встречались раньше, поэтому они ее не подозревают. Там, ты что, серьезно думаешь, что Женька могла убить? Марк, я не исключаю, что она могла быть проводником. Да нет, она не знала, где кордон. Она же как-то сюда дошла? Дошла. Послушай, ты должен с ней поговорить. Должен. Я уверен, она сама этого ждет. А Кузьмич? Ну, чем не подозреваемый? Чего так заметно? 45, баба, ягодка опять. 42. Я старая, больная, никому не нужная. Ну, ну ладно, хватит. Ал, ты доверяй своей интуиции. Она тебя никогда не подводила. Ну, допустим, Женька действительно ни при чем. Тогда остаются трое. Самый из них подозрительный – это Диман. Судя по лыжам,
Знал, что поход будет сложным, и готовился. Да, строй ты себя увольня. Слушай, а если он был знаком с Виноградовым раньше? Не знаю. А может, был кем-то нанят? Вариант. Обед готов! Хорошо. Спасибо. В шкафу медицинском ампулы, а то и нет. Снотворное. Ну, то, что по весне на медведя заряжает. Медицинской пыли врачиха, тот, что с ногой, и Алла. Надо осторожнее. Может, у него что-то с позвоночником. Петя! Да, хватайте! Ах, так, аккуратно. Взяли с тела? Взяли аккуратно. Давай, так, давай. Отойдите. Вообще. Петя, так, все, Петя, хожу. Глаза открой, посмотри на меня. Петя, посмотри на меня. Да слышу, не глухо. Посмотри на меня, Петя. Че, он живой? Петь, что случилось? Петя, еще живой. Глаза открой, посмотри на меня. Ты точно живой? Я не знаю. Женя, да уйди ты. Здесь больно? Здесь больно, Петя? Щекотно. Ну, это хорошо, что щекотно. Ты как стеллаж на себя прокинул. Умник. Ну, как же ты так, я не знаю, он сам как-то. Прежде чем по дому шляться, надо разрешение спрашивать у хозяев. Дверь открыта была. Давай. Я на кухню шел, тут штуки всякие. Интересно, заглянул. Ну ничего, вроде все цело. Может быть, немножко сотрясение. Чуть-чуть, Петь, ничего страшного. Че ты здесь искал, а? Пошли, пошли. Я лыжи хотел посмотреть. Вообще-то у нас лыжи с другой стороны. На стеллаже что ты искал? Я ничего, я просто зашел. Я спрашиваю еще раз. Подожди, что ты искал здесь, а? Тут банка стояла, банка черная, написано Poison. Думал, яд, хотел посмотреть, интересно. Потянулся, повалилось все на меня. Отпустите вы руки, совсем обалдели уже. Пойдем. Спокойно, спокойно. Марк, ну извини. Верь, ты как, нормально? Куда полез? Ты-то осторожно. Надолго.
вы на него набросились? Слушайте, выйдите отсюда, посторонним здесь не место. Быстро выйдите! Да, мы все здесь посторонние, и давно бы ушли, если бы могли. А вы, честное слово, запирайте, если думаете, что мы вас обворуем. Да подождите вы, не в этом дело. А в чем? Все это подстроено было. Смотрите. Вот видите, болт. Его вывернули. То есть стеллаж не мог упасть сам? Да. Он же был приверчен болтами. Верно мыслите. Значит, кто-то хотел покалечить Петечку? Но он же сам не мог? Не мог. И знаете, что самое интересное? Это банка, про которую он говорил. Я недавно ее сюда вот в кофр спрятал. Как? Да вот так вот взял и спрятал. Сам лично, от чужих глаз подальше. Значит, он здесь был не один раз. Выходит, он сейчас не мог ее видеть, стоящей на полке. Значит, он приходил за чем-то другим? Верно. А зачем он соврал? Павел, выходит, кто-то заранее вывернул крепление. И когда Петечка потянулся за чем-то, стеллаж рухнул. Точно. Крепление. Как же я об этом не подумал? Крепление. Какие крепления? Что вы делаете? Послушайте, у вас на маршруте ни у кого крепление не ломалось? Вроде нет, а что? Подождите, вроде или точно? Ну нет, что? Просто если крепление не ломалось, то значит, что... Что? Павел, что? Мне надо подумать. Подумать? Вам надо подумать? У вас какие-то темные дела. Человека убили. Мы имеем право знать хоть что-нибудь, раз вы на нас нападаете. Я не нападаю на вас, милая девушка. Как вы меня назвали? Милая девушка? А что? Просто меня 100 лет так никто не называл. Почему? Ну как, я взрослая женщина, у меня работа соответствующая, должность. Вот Женька, это милая девушка, а я не... Подождите! А чему соответствует ваша должность и работа? Ну, просто... Ну, странно слышать. Ну, все равно, спасибо вам. И что, и вот так вот каждый день? Обычно 2 раза в день. Скажи, кто из ваших мог убить? А можно я еще раз приду к тебе на тренировку? То есть ты не знаешь? А зачем ты пришла сюда? Подышать вышло. Давайте. Да не надо, я сам.
Не надо! Ничего, какой день, и уже в доме сидим. Мне полезно. Завтра, послезавтра метель утихнет. Правда? Да. А откуда вы знаете? Знаю. А что, появилась связь? Почему? Сам знаю. Значит, вертолет не прилетит. Понимаете, я до вертолета должен знать, кто и зачем убил. Марк о победе должен думать, а он… На него вся страна молится. Каждый ребенок знает. У нас есть Ледогоров, значит, медали будут. Ладно. Я могу вам чем-то помочь? Да уже помогли. Вон, лучше у Зои Петровны. Да ну, она прогонит. А вы рискните. Она вчера ваш стол ошкуренный нахваливала. Да ладно. Да. А что я ему скажу? Ну, сама же виновата. Ну, Зоя Петровна, помощь нужна? Баню топить умеешь? Попробую. Попробуй. И вдвоем сходите вместе. Баня-то она всю дурь выбьет из башки и голову светлой сделает. Пойдем. Давай песни пой. Вот. Так. Я иду, помогайте, чтобы с боем взять Приморье, белые армии, оплот. Молодец. Слова знаешь, ставлю 5. Я вас потом тоже попарю, а то получается нечестно. Ты что, умеешь? Угу. У нас в интернате одна отрада была, баня. Там банщица такая добрая была, я у нее научилась. А где баня-то? В Швейцарии? В Швейцарии? Аллочка, я совсем не то хотела сказать. Я имела в виду, что в кино видела, как… Жень, перестань. Нет никакой Швейцарии. И нет никакого папы-олигарха. Лыжи у тебя, конечно, дорогущие, но все остальное… Прости, с рынка. Вы… Только, пожалуйста, никому не рассказывайте. О чем? Ну что, я всех обманываю. Ничего у меня не болит, все хорошо. Бывает просто, что температура поднимается от травмы. Как ты до Галыгина тогда идешь? Ну, уж дойду как-нибудь. Марин, спасибо. Спасибо тебе за заботу, но няньки мне не нужны. Хорошо. Просто я же отвечаю за тебя. В смысле? Это я за всех вас отвечаю. Да. Угу. Ой, и меня нога твоя беспокоит, ты же знаешь. Ну-ка, сядь. Сядь, сядь, сядь. Как ты думаешь, кто убийца? Ну, кто угодно. Может, а какое это сейчас имеет значение? Вот. Есть разница. Принципиальная. Группа раскалывается, чтобы всех объединить, нужно общее, значимое событие. Я найду убийцу.
меня угораздило во все это вляпаться, я не понимаю. Ой, что я в Москве теперь скажу? Что, отпуск заканчивается? При чем тут отпуск? Все пошло совершенно не так, как должно было. Извините, я лыжу сломал. Да при чем тут твоя лыжа, Володя? Ты что, правда ничего не понимаешь? Включи мозги хоть на секунду, подумай немного головой, Володя. Я думаю. А шрам-то откуда? Ой, Алла, если б не этот шрам, не нога, все бы по-другому было. 3 года назад я вылетела с трассы на тренировке и раздробила кости о камень. Ногу собрали, но неудачно. Хожу нормально, а соревнованиях пришлось забыть. Мне так хотелось в большую жизнь. И главное, шанс был. Меня в сборную взяли. Я выиграла молодежный чемпионат. Я нужна стала, понимаете? А сюда зачем пришла? С Марком увидеться. А как ты место нашла? Кордона нет на карте. У меня ее имейл есть. Я написала ей, что совсем измучилась, что очень надо Марка увидеть. Вы расстались, да? Я его бросила, когда ногу сломала. И что, он ушел? Нет. Но у него был чемпионат мира, ему пришлось уехать. А когда вернулся, меня уже не было. Я в Курган уехала ногу долечивать. Там травматология хорошая. А когда приехала назад, обо мне уже никто не вспоминал. Закончила курсы и пошла работать бухгалтером. Ну зачем же ты спряталась? Он что, себя плохо вел? Что вы, Аллочка? Он самый лучший на свете. Он бы стал возиться со мной, лечить меня. Что же в этом плохого? Он великий спортсмен. Он не должен сидеть возле меня. Я ему не пара. Он когда ухаживать начал за мной, я по ночам даже рыдала от страха. Ну подумайте, знаменитость, легенда. А я кто? А сколько тебе лет, Жень? 24. Понятно. И что, в интернате ты долго жила? Долго. Папа умер. Родных у меня не осталось. Вот и забрали. Там спонсор был. Он лыжи всем подарил, и я начала кататься. А знаешь, Женька, ты молодец. Угу. Ну что, решилась? А теперь-то что? Сейчас что делать? Он же со мной не разговаривает, он делает вид, как будто мы даже не знакомы. Но ты же спортсмен. Бороться умеешь? Вот, борись. Женька, 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 Женька. Твою? Нет, конечно. Зоя Петровна,
А где Кузьмич? Кузьмич? Ага. В мастерскую ушли. А, ага. Спасибо. А пирожка? Я потом, спасибо. Зря, попробуй, вкусные пирожки. Ну, давайте. Пахнет отлично. Спасибо. Вкусно? Очень. Поленница нашла в бане. Ёлки-палки. Этого еще не хватало. Ну да, карты памяти, конечно же, нету. Ну как фотоаппарат мог в бане оказаться? Так. У печи нашли? Нет, возле окна. Значит, сегодня засунули. Почему? Да потому что я с утра дрова привозил и сложил возле окна. Ну зачем его туда сунули? Зачем? Спрятали? От кого? От кого? От кого? Алла, на международных соревнованиях у всех свои секреты, которые берегут железно. У кого какие лыжи, какая мазь, когда ее наносят, в зависимости от погоды. Если находят чужого вот с такой штуковиной, все, соревнования надо отменять. Почему? Да потому что шпиона прошляпили. Нет, но среди наших такого фотоаппарата ни у кого не может быть. Да что вы говорите? Ну, зимний поход, сами понимаете. Каждый 100 грамм на счету. Ну, у нас была рация, Володя ее потерял. Дима хотел взять зеркалку большую, профессиональную, ну, чтобы снимки сделать, потом похвастать, что на зимнем Урале был. Но Васильич ему строго-настрого запретил. Все, все понадеялись на Петечкин телефон. Но он принадлежит кому-то из вашей группы? Да, может быть, это Виноградова. Виноградов со вчерашнего дня мертв, а его заныкали сегодня. Так, среди наших никаких иностранных шпионов нет. Да ладно? Откуда вы знаете? Вот знаю. Откуда, если вы все познакомились за 3 дня до старта? Вот я знаю и все. Что вы врете все время? Я? Зачем мне врать? Вы чай хотите? Да. Сейчас сделаем. Прикольный, 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 прикольный. Да? Петь, как твоя шея? Нормально, спасибо. Хорошо. А ты что-то пишешь? У тебя диплом готовишься, что ли? Да ну какой диплом? Я институт закончил еще в прошлом году, я же тебе писал. А, прости, я просто не помню. А что за вуз? Университет менеджмента и бизнеса. И кто ты у нас теперь? Менеджер или бизнесмен? Ну, я так-то писателем хочу быть. Петечка. Слушай. Ты... Смотри, мне бабушка подарила специальный блокнот. Говорит, когда пойдешь в поход, будешь заметки писать. Очерки там всякие. Станешь, как этот Чехов про Сахалин. Хочешь, я тебе прочитаю что-нибудь? Нет. Ну, в смысле, полработы же не показываю. А. Ну да, лучше вернемся и ну, там посмотрим. Смотри, у меня есть... Петь! Я не хочу возвращаться. В смысле? Ну, в смысле не хочу. Я хочу жить здесь. Ты с ума сошла? Здесь же глушь. Еще мертвец этот. Я тебе говорю, сюда полиция приедет, будут следствие вести, всякие дознания. Петенька, и... ты очень хороший. Просто я должна тебе... сказать, что... Стучаться надо. А, ну извини. А там Зоя Петровна пирожки приготовила? Ну,
Я в том смысле, что там Димон с Васильевичем. Вам же не достанется. Правда, Петька, пошли, а? Да, я скоро приду. Петя, ну ты придурок. Ну давайте, рассказывайте. Ну что рассказывать-то? Все правда, как на духу. Кто вы? Откуда? Что такое? Спина? Нет, ничего, я просто спала недавно. Где Валя? Здесь? Так. Да не дергайтесь вы, что со спиной? Не надо меня трогать. Да разве же я трогаю? Подождите. Так ну. Не трогайте меня, сейчас по шее получится, стой, предупреждаю. Стойте ровно, а? А то я подумал, что ты ко мне неравнодушна. Стой. Стой, я сказал. Давно болит? Всегда. Всегда? Это сколько? Давно. Травмировался? На лыжах. Ясен. Да нет, это не травма. Так, небольшое недоразумение. Осторожно. Все, сынок. Все, все. На, чай попей. А вы врач? Я знахарь. О, спасибо. Ой. Спасибо. За тобой должок. В смысле? И что тебе должно? Пока еще не придумал. Зоя Петровна. Спасибо. Пошли вам. Ну, вы прям закормили нас. Черновики мои кто спер? Это который ты днем писал? Да. Очень жалко. Правда, интересно было бы. Я только чуть-чуть успела прочитать. Я просто не знала, что Петечка у нас писатель. А ты что, Петька у нас? Писатель, что ли? Так там все-все-все про нас написано. А-а. Подожди, я не понял. Ты писала про поход, и записи исчезли? Ну, а я о чем? Когда? Днем. Пока все пироги ели. Я обратно вернулся, а их нет. Кто взял? Странно. Да кому они нужны? А тому, кто хочет их в интернет выложить и за свои выдать. Я при всех говорю, вычислю гада. Везде запостю, что воровство и плагиат. Правильно, Петров. Нечего им. Я тебе лучше истории из охотничьей жизни расскажу. Знаешь, мне сколько? О! Ну это хиня опять. Ну кому надо выкладывать? Ну кто-то взял. Да найдется. Зависть, Петя. Смертный грех. А кругом одни завистники. Плюнуть некуда. Надо поговорить. Говори. Я тебя обманывала. Для меня это не новость. Да пойми ты, я думала, что для тебя так будет лучше. Лучше для меня? Интересно. Я возвращаюсь с чемпионата, а тебе и след простыл. Даже записки не оставила. Если ты решил, что между нами все кончено, могла бы хотя бы объясниться. Впрочем, это уже не важно.
смотри, здесь сожгли. Да ничего тут не осталось. Может, это Петечка сам? Ну-ка, Гоголь, вторую часть «Мертвых душ». Насчет Гоголя я тебе ничего не скажу. А ему-то это зачем? А еще и потом камень перед нами ломать. Видимо, кто-то что-то прочел в этом дневнике. Только что опасного Петечка мог там написать? Да зачем ему вообще что-то писать? Он что, в самом деле писатель, что ли? Нет, ну он блогер. Блогер. Что ты еще про него знаешь? А может, он и есть этот самый фотограф? Навязались вы на мою голову. У меня олимпиада на носу. Чем я занимаюсь? Знаешь, просто пару лет назад немцы подкупили одного чешского журналиста. Но он везде таскался за своей командой, там интервью типа брал, фотографировал, тренировки, стрельбище, где винтовки пристреливают, подсобки, где лыжи там всякими разными мазями смазывают. Вот. Чехи тогда ни одной медали не взяли. А у них сильная команда, очень сильная. Подожди, ты хочешь сказать, что кто-то из наших купленный журналист? Да не знаю я ничего. Все может быть. Петь, ну и что ты ушел? А ужин? Не хочу. А что ты делал на складе? Алла Ивановна, я вам уже говорил, я хотел взять банку. Ну зачем ты врешь? Банка действительно там недавно стояла, но Кузьмич убрал ее в куфр. Он мне сам об этом сказал. Алла Ивановна, пожалуйста, давайте не будем играть детективов. Так, ну-ка быстро мне сказал, зачем ты ходил на склад и что ты там взял? Да не взял, я хотел взять, и на меня все поехало. Хорошо, что ты хотел взять? Мышеловку! Мышеловку? Какая вам разница? Там мышеловки стояли. 3 или 4 штуки. Я хотел взять их и сжечь в печи. Зачем? Вы что, не понимаете? Мышеловка. Это орудие, которое ломает мышам спину. Ты хотел спасти мышей от мучительной смерти? Если надоели мыши, пусть купят ультразвуковые приборы. Мыши сами уйдут. Петька. Да тебе самому чуть спину не перебило, как мышу. Не перебило же. Мурсу хочешь? Клюквенного. Давайте. А, Петь, а ты что у себя в дневнике-то писал? Характеристики героев. Что тут странные вещи творятся, что человека убили, что я чуть не засек убийцу. Я просто в туалет ночью ходил. И что, кого ты видел? Туалет внизу. Спасибо. Подожди, ты хочешь сказать, что Виноградова убил Степан? Нет, нет, я не знаю. Я просто случайно, наверное, встретился с ним. Но на кухне точно кто-то был.
женщину. Точно. Так, Петечка, вспомни, пожалуйста, дословно, что ты написала в дневнике, что ты не видел? Ну, я, может, чуть-чуть преувеличил. Вспомни точно, как ты написал, видел или не видел? Я написал, я видел убийцу, но пусть это пока останется моей тайной. А вчера еще мело. У нас такое бывает. Сегодня тренироваться поедете? Да. И так график тренировок сбился. Сейчас Кузьмич поправит трассу и вперед. А Игоря когда заберут? Сегодня связываюсь по рации. У них там нелетная погода. Метель туда перешла. То есть вертолета сегодня тоже не будет? Возможно, и завтра не будет. Алла, давайте с вами на «ты». Можно? Конечно. Кто из вас руководитель группы? Ты или Сергей Васильевич? Я. Ага. Кого сопровождаете? Догадайся. Володю? Молодец. А остальные? Остальные из интернета. Про остальных думай сам. Мне кажется, мы в одном окопе. У меня были обязательства. Я их не выполнила. Да к черту твои обязательства. Мы на Урале, а не в Москве. Помогла бы? Я помогаю. Но знаешь, ни одной Женьки выше крыши хватило. Всю голову себе сломала. Кто она? Как здесь появилась? Профессионалка, косит под дилетантку. Это она тебе сказала? Это я ей сказала. Я поняла, что она мне врет. Мне тоже. Марк, Марк, послушай, она тебя собрала, потому что хотела защитить тебя. Но она так понимает жизнь. Ты чемпион, она инвалид. Все потерять очень легко, я это знаю. А она справилась. Справилась, с травмой справилась. Не спилась, не пропала. Тебя нашла, сюда пришла, на лыжах. Крутится вокруг себя, а ты ведешь себя как? Как? Как чемпион. Бодрое утро! Солнышко-то как сегодня, а? Физкульт, привет! Привет, олимпийским привет. Чемпионом! Эх, хорошо! Ай! Что такое? Да порезался. Что? Стекло какое-то. Видимо, вместе со снегом зачерпнул. Ну-ка, покажи. Пойдем, Марин, посмотрим. Что-то я не понял. Откуда здесь стекло взялось? Вот и ампула нашлась. В шкафу медицинском ампулы одной нет. Снотворное. Ну, то, что по весне на медведя заряжает. Теперь понятно, почему у них убийство проспали. Кто-то из окна выкинул? Да не похоже, не долетит. Слушай, значит, кто-то специально выходил, чтобы выбросить. Только что здесь Васильевич был. Так, чей инструмент? Чего? Какой инструмент? О. Так это ж мой, Кузьмич. Вот, спасибо. Я думал, куда пропал.
На. Ты на склад зачем заходил? Подожди, да я вроде туда не заходил. Ну, только вот когда Петьку прихлопнуло. Черт его знает, может, выпал где. Он валялся в дальнем углу склада. Это что, допрос? Да, допрос. Ну. Ну, убей меня, не вспомни, Кузьмин. Честное слово. Еще вопросы есть, Павел Николаевич? Сергей Васильевич, а можно глянуть? Обойдешься. А, ну ладно. Ты думаешь, этим ножом вывернули болты? Все возможно. Видишь, болты специально. У Васильевича в ноже как раз такая насадка. А это еще не все. В смысле? Игоря убили. Его не просто убили, а зарезали ножом. А теперь думай сама. Подожди, ты хочешь сказать, что это Васильевич? Ты с ума сошел. Ну зачем ему это делать? Какой резон ему Петечку калечить? А Виноградова зачем убивать? Я клянусь тебе, это не он. Да что ты, ты клянешься? Почему? Потому что он твой дружбан? Ты теряешь время зря. Зачем он сюда полез? Ну, тебе везде шпионы мерещатся. Петечку напугал, теперь на Васильевича гонишь? Даже если он и зашел сюда ненадолго, и что? Да нечего ему здесь было делать. А он что-то делал. Делал так, что даже нож оставил. Что он здесь делал? Я не знаю. Возможно, кто-то другой воспользовался ситуацией. Ты же слышал, нож у Васильевича пропал. Слушай, Алла, ты меня из терпения не выводи. Один, понимаешь, нож оставляет. Другой какие-то записки пишет, их сжигает. Третий в поленях фотоаппарат прячет. Что он фотографировал? Зачем он фотографировал? Я не знаю! Что ты мне все время врешь, а? Зачем ты сюда пришла и людей привела? Я не приводила, вышла случайно. Алла, кто ты такая? Павел, я... Это долгая история. Ты готов слушать? Готов. Кузьмич, Женька. Женька! Я не справилась! Не справилась! Женька! Ты справилась? Я думала, что я буду такой же сильной, как ты, а я не смогла! Женя, как ты могла меня так бросить? Никак. Я ни одной твоей гонки не видела в прямом эфире, только в записи. Я даже представить себе не могла, что ты где-то там в эту самую секундочку бежишь и стреляешь, а я тут. Ты знаешь, Кузьмичка кругался. Думал, что мы из-за тебя медали норвежцам отдадим. Злился. Еще как. Женька, 3 года – это очень долго. Стой, стой, Алла, стой! Да что стой? Она с рюкзаком ушла! Дай сюда. Нужно ее найти обязательно. Угомонись, не нужно. Без нас нашли. О, смотри. Да? Да. Какая вот история, представляешь?
Павел, я просила красное вино. Ал, ну не вовремя ты все это затеяла. В самый раз. Глинтвейн – лучший биатлонный напиток. Вот. Угу. Спасибо. Угу. Не надо, мне это нужно. Васильич, давай займись. Кусан, погоди. На-ка. На. А где, кстати, наш писатель? А Петя расстроился? Дим, ну перестань. Так он правда расстроился? Оп, сейчас. Даже не верится, что послезавтра уже будем дома. И можно будет забыть все это, как страшный сон. Да. Зоя Петровна, нужна капля ликера. Иди глянь, я тут не разбираюсь. Вино открой, пожалуйста. Да пошел он, ваш глинтвейн. Пить. Ну ты чего, все же хорошо. Алла Ивановна, если вы хотите нас убедить, что ничего не случилось, то не получается. Вон, на Жужу равняйтесь. У нее уже все хорошо. И про убийство она забыла. Да, Жужечка? Соблазнила чемпиона? Уймись, Петька. А что такое? Деньги и слава чудеса творят. Ну, раз и в койку. Петь, ты остыл бы. Интервью будут брать. Любовница-олимпийца. Фото в журнале. Жужа на шкуре. Голая. Жужа бежит по пляжу. Голая. Марк, не надо, Марк. Стой! Поздравляю, чемпион. Поимел девчонку под шумок. Марк, не надо. Ты что, парень? В голову стреляны. Что, все можно, не да? Не надо, Марк. Ну, правда, конечно, звезда нет. Мирового спорта. Водички попей. Помогает. Петь. Уходи. Так нечестно, нечестно, так нельзя. Я уйду. Уйду, но сначала ты меня выслушаешь. Петя 3 года не могла его увидеть. А до того, сразу после травмы, прогнала. Я обманула его, иначе он бы не ушел. Какой еще травма? Я шла сюда, чтобы с ним поговорить. Вот мы и поговорили. Ну где вы бродите? Остыло все. Спасибо, спасибо, я не буду. Марк, слушай, я бы вот записался к тебе в болельщики. А что, в Сочи бы съездил? Купите билет и езжайте на общих основаниях. У тебя же ведь наверняка есть болельщики, которых к финишу допускают. Я бы за тебя так болел. Кузьмич, возьмешь? Да, легко, поехали. Ну вот, разговор. Ну, сядем. А я, наверное, ведь тоже поеду. Завсегдатый олимпиад Степан. Тебе положить? По-всякому. Куда они, туда и мы. Не понял, кто они? Можно сказать, заказчики. Всякие командировки. Понаберу звезд, полный самолет. Тут как-то в последний раз смешная ситуация была.
такая звезда есть у нас одна. Но она же в тираж вышла. Охранника подговаривает, чтобы он ей, когда на публике, букет передавал. Ну, типа, от поклонника. Вот. И тут, видимо, новый охранник у нее не в теме. Протягивает букет, а сам с вас 5700 и за доставку. Как она его этим букетом лупила! Да, потеха. А что за звезда? А это секрет. Мариночка, хотите глинтвейн? Хочу. Посмотри, чтобы там никого не было. Что ты делаешь? Надо. Чей это рюкзак? Какая разница, чей это из ребят? Ты зачем залез туда? Проверить одну догадку. А если кто-то войдет? А ты не пускай. Как? Танцуй. Я так и думал. Что? Ничего. Павла Ивановна, вы где? Иду! Павел! Застукают. Чуть не застукали. Ага. Все ты. Танцуй. Слушай, кто это мог быть, а? Писечка, кажется. Только начал сходить, бедный. Он даже плакал. Влюблен в Женьку. О, да, Заря, без толку. Но он же не знал. Ладно, пошли, давай, пошли. Давай, заходи, раздевайся. А почему Марк не женился? Да когда? Вся жизнь спорт. Когда Женька появилась, мы решили, ну слава тебе, Господи. Зоя Петровна даже летала в церковь, свечку ставила. На метле? МЧСовцы мимо пролетали и забрали ее с собой. Она же отсюда почти не выезжает. Зоя Петровна одна? Ну да. Никого нет, кроме нас. Она сибирячка, там… Там несчастье произошло. Муж с сыном ушли на лодке и, в общем, не вернулись. А невестка внука забрала и уехала. Вот так, видишь, была семья. Она лет 10 назад к нам прибилась, когда дом начинали строить. Сначала стрепухой была у строителей. Ну, так и осталась. Бесценный человек, верно. Это важно, да? Ну, ты что? Ну, ты что? Конечно. Верность – редкая штука. Особый дар. Да. Так, получается, вы здесь уже 10 лет? Ну, да. Почти. Лучшего места на свете нет. Точно тебе говорю. Точно. Везде был. Знаешь, из Альп возвращаешься, сил нет, когда вертолет сядет. Тут все свое, там чужое. Не знаю. Говорят, что без разницы, где жить, лишь бы тепло и сытно. Мне нет, нет. Только здесь. Да. Ну и с этим домом, с электричеством, с местом Игорь помогал. Ну да, помогал, конечно. А ты знаешь, кто его убил? Догадываюсь. Ну, улик никаких. Да не мешало бы и остальных исключить. Поэтому начнем с тебя. Ты должна рассказать мне всю правду. Ну а что? Я люблю. Держи. Спасибо. Итак. Итак, я сопровождаю мальчика Володю. У него идея фикс, он сам утверждается, а мы с Васильевичем его страхуем. О как. А мальчик Володя об этом знал? Нет, если узнает, то у людей, которые от меня зависят, в Москве будут большие проблемы. Так, что-то я не понял, почему. Я директор завода. О как. А Васильич – начальник моей службы безопасности. Ничего себе. А какого завода? Большого.
Техническое стекло производили. Подожди, а почему производили? Завод отобрали. Про рейдерский захват слыхал? Ну. Ну вот. Папа Володя вхож куда-то там, наверху. Ну, короче, там все решили, подписали и... И меня сожрали. Подожди, а мальчик Володя здесь при чем? Мальчик Володя начальник в папином банке. А. Да. Он хочет всем доказать, что он сам по себе чего-то стоит и от папы не зависит. Ну, ему пришла в голову идея собрать группу, пойти в зимний поход на Урал. Родители, конечно, перепугались. А потом вспомнили про меня, что я в институтские времена много в походы ходила. И поставили мне условия. Я сопровождаю мальчика Володю, возвращаю его в Москву целым, здоровым, невредимым, самоутвержденным. А мои бывшие подчиненные не оказываются на улице. Подожди, подожди. То есть, получается, тебя шантажировали? Паш, я боролась за свой завод. Я много крови им попортила. Но они победили. Понятно. Значит, группу вела ты. Да. Васильич ее охранял. Mm. Марина лечила. Но Марину без меня набрали. Она, кажется, за повышение пошла. А остальные? Остальные из интернета. То есть нас Володя тоже как бы в интернете набрал, но не набрать у нас просто не мог, потому что я все для этого сделала. Про Женьку ты знаешь, остальные загадка. Да уж, загадка. На блогера стеллаж упал. Маш! Петя, Петя, глаза открой, смотри на меня. Дальше. Фотоаппарат кто-то в бане спрятал. Ай! Степану осколками ампулы руку разрезала. Ты была ампула? Да, ампула из медкабинета. Звериные снотворные. Украли. Зачем? Ты понимаешь, Алла, в ту ночь, когда Игоря убили, я все проспал. Ну, ладно, я-то понятно, я в этом домике живу. А Марк? А Зоя Петровна? А из-за чего вы с Игорем поссорились? Ну, он прилетел, чтобы сделать предложение. Штурмовое предупреждение было. Я ж тебе сказал не прилетать. Это важно. Mm-hmm. Так важно, что не смог позвонить? Не смог. Везде уж. Где Марк? На трассе, конечно. Где же еще? Ветер утих, он не ушел. Мне поговорить с ним надо. И с тобой тоже. Хотел, чтобы Марк с этого сезона выступал за Германию. У немцев сейчас команда слабоватая, ну, по сравнению с прошлыми сезонами. А впереди Олимпиада. Ну, мы просим политическое убежище. Нам сразу же дают гражданство, кучу миллионов. Ну, и ты что? Что? Я сразу же сказал ему нет, а он считал, что мы ему должны. Сволочь ты, Игорь. Не тебе решать. Ну что, Марк? Я уже все сказал. Забудь. Мы еще не договорили. Мы с тобой не с Марком. И вы подрались? Нет. Мы вежливо отказались. Он уговаривал, сказал, что уже дал какие-то там предварительные гарантии, что нас в Германии ждут большие люди. Все, я теперь поняла, о чем шла речь. Он шантажировал. Сказал, что перекроет кислород, что отберет все это, что устроит нам развеселую жизнь. Он мог, он же председатель Союза биатлонистов. Короче, деньги большие. Даже для меня. Да как такое могло тебе прийти в голову? А ты из себя святошу-то не строй. Тебе что, бабло не надо? Привыкли ко всему этому, да? Да подавись ты своими деньгами. Ты полегче. Забыл, с кем разговариваешь. С кем? Да вы же без меня никто! Я вам кислород я перекрою! Понятно? Ты что, мне угрожать теперь будешь? Я не позволю так с тобой общаться. Я тебе не мальчик, зайчик. Я все сказал. Слушай, ну, может быть, не стоило так рисковать? Может быть, нужно было рассмотреть предложение? Ал, ты что несешь, а? Ты что, серьезно, что ли, а?
Мне просто нравится, как ты злишься. Хотела еще раз посмотреть. Да? Посмотрела? Ты знаешь, а я в чем-то понимаю Винограда. Он точно знает, что все в этом мире продается. Все товар. Родина, люди, любовь, честь. Все дело в цене. Общество потребления. Все потребляют друг друга. А я вот не хочу, чтобы меня потреблял Виноградов. Ну, такие, как ты и Марк, это исключение из правил. На вас мир стоит пока. А я вот про себя знаю, что я продаюсь. Сейчас меня купили родители Володи. А, ну, Ал, перестань, ну чего ты, а? Ты хорошая девушка. Ну, что делать? Так жизнь сложилась. Хорошая девушка. Паш, мне 42 года, я взрослая баба. Я никому не нужна, и я не строю никаких иллюзий на этот счет. Я одна. Ну, такая данность. Я одна. Да подожди ты. Ты не одна. Я с тобой. Да. Я совершенно точно с тобой. Готовить кофе своей девушке. Паш. А? Ты почему на меня так смотрел? Когда? Всегда. Влюбился. Я влюбился, когда ты ела яичню. Да, серьезно. Ты ела и хрюкала. Да, хрюкала, хрюкала. Я подумал, женщина, которая ест так яичню, это же просто подарок судьбы. Да. Ты ела, у тебя ухо двинулось и завиток, и щеки красные. Вот. Вот я влюбился. Тогда я еще не знал, какая ты. Ну, и какая? Ты мне подходишь. Паш, я синий чулок и бывший начальник. Нет. Ты красавица. Красавица. И маленький лемур. Почему лемур? Лемур, потому что глаза таращишь и не знаешь, что делать. А я знаю, я знаю. И что же делать, Паш? Что? Смотри. Иди ко мне. Во-первых, ты выпьешь этот прекрасный утренний кофе. Так. Вот. А потом будешь ездить со мной. Куда? Везде. Я же для Марка. Все. И тренер, и сервисмен, и нянька, и массажист. На мне лыжи, мазь, график. Все-все. Без меня никуда. Ты великий человек, Паш. Если Марк с тобой стал чемпионом. Ну, можешь так считать. Я не возражаю. Вот поэтому я тебя одну не оставлю. Ну. Я поеду с тобой. Куда скажешь, туда я поеду. Да? Угу. Да, ну смотри. У меня тяжелый характер, но ты к этому
привыкнешь. Я знаю. Жить будешь здесь. Буду. Ну, нет, ну, конечно, тебе нужно будет съездить там в Москву ненадолго, вещи собрать, я не знаю, что там. Завтра перевал откроют, борт прилетит и каша заварится. Подожди, как? Уже завтра? Но мы же так ни с чем не разобрались. Я разберусь. Я разберусь. Пей кофе. Держи. Зоя Петровна, а Павел где? Скоро будут. А. О, как, все здесь. Это хорошо. Здрасте. Алло. А сделай мне кофе. Вот это поворот. Зоя Петровна, значит так, друзья, завтра прилетит борт с полицейскими. Но до этого у нас очень много дел. Сначала мы думали, что вы обыкновенные чайники. Но потом оказалось, что у каждого из вас была своя цель, которая тщательно скрывалась. Алла Ивановна, все рассказали, что ли? В порыве чувств, так сказать? Ты понимаешь, а что Алла Ивановна могла рассказать? Володь, ничего. Сейчас объясним, парень. Ничего рассказывать не пришлось. Все было понятно по лыжам. По каким лыжам? По вашим лыжам. Женя пришла сюда, чтобы найти меня. Координаты ей Зоя Петровна сообщила. А что мне? До смерти ждать, когда вы тут помиритесь? Ну, а Женька не единственная, кто сюда шел к нам на кордон. У этого Гаврика были лучшие после Женьки лыжи. Вы в своем уме вообще? Я о вашем кордоне знать ничего не знал. При чем тут ты, парень? Как при чем? Я группу вел, у меня лучшие лыжи, мне отец у профессионалов заказывал. Слушай, твои лыжи – фуфло пластиковое. Мы говорим о том, кто шел на кордон по карте, именно сюда, так же, как и Женя. Так вот, когда ваша группа оказалась возле нашего кордона, у этого Гаврика отстегнулась лыжа и зарылась в снег. Ну, конечно же, на одной лыже до Галыгина не дойдешь. Но вся штука в том, что такое крепление, как у него, само по себе не отстегивается. То есть вы хотите сказать, что Дима сам отстегнул себе крепление? Именно. Потому что он знал, что кордон рядом. Да? Диман? Я здесь! Идти можешь? Не факт. Я попробую, конечно. Дим. Дим, ты что молчишь? Слушаю. Интересно. Интересно. Фотоаппарат, значит, тоже твой. Ну, а если поискать, то карта памяти найдется. У тебя нет доказательств. Ну, с этим бы поспорил. Смотрите, у него в рюкзаке была карта. Карта, на ней наш кордон. 103. Вот. Что ты делаешь? Надо проверить одну догадку. Это еще не все. Ну, я так и думал. Стоп. Не надо это трогать, это личные вещи. Я никого не убивал. Я никого не грабил. Ну, конечно. Ты просто выполнял задание. Какое задание? На кого ты работаешь? Немцы, шведы? Итальянцы. А что? Храните ваши секреты получше. Я свои секреты хорошо храню.
А ты украл у Васильевича нож, вывернул болты, надеялся, что стеллаж упадет, все перемешается, и я не увижу, что ты взял пробы из моих банок. Каких банок? Диман, так это ты, что ли? Если бы эта бандура меня прибила? Да ему плевать. Главное – деньги, да, Пузан? Угу. Я свои деньги честно зарабатываю. Честно? Да ты же чужие секреты воруешь. Тебе все равно, победит Марк или нет? Абсолютно. Женя, успокойся. Это у вас героические идеи, национальный престиж. Вы же свои миллионы уже заработали. А я? Чем я хуже тебя-то? Я свои вот эти вот 32 ипотечных метра до гроба должен оплачивать? Я клал на ваш престиж. Сучонок. Так, ладно, все понятно. Карту памяти мне сейчас отдашь, а пока до прилета полиции посидишь под замком. Пошли. Не надо меня трогать. Я вас предупреждаю. Вы сейчас покушаетесь на неприкосновенность сотрудника итальянского посольства. Послушай, ты итальянец. Тогда сам встал и пошел. Ну и сюжет. Оценил? Журналист. Инженер же вроде. Кстати, где твой диктофон? Ты ж всех обманул, сказав, что это анемометр. Чё-то я не понял. Ты тоже, что ли, шпион? Ну и где я прокололся? А когда я про звезду стал рассказывать? Куда они, туда и мы им. Понаберут звезд полный самолет. Такая звезда есть у нас одна? Ну, она же в тираж вышла. Сразу стало понятно. Ну да. Точно. Журналист. 40 лет ни призов, ни премии. Сейчас как раз мода на перевал Дятлова. А тут группа собралась. Да еще этот горе-командир ногу повредил. И вообще, Володя, а кто тебе сказал, что ты командир? Твой бизнес-тренер на коуч-сессии? Или твой папчик? Я тебя сейчас знаю, Володь! Прекратите! Ногой, может, ударишь? Степан! Склоки начались, фактура пошла. Вот, думаю, хорошо. А тут на тебе поворот. Марк Ледогоров, самый закрытый спортсмен России. Легенда. Да еще и убийство. Да вон у кого. Это ж не материал. Понимаю. Сенсация. Тут не на статью, на книгу будет. Только знаешь, Марк, я с чего в этот поход-то пошел? Зависть все. Посмотрю, тут у тебя же ни одной фотки. Ни с медалями, ни с кубками. У тебя же один приз. Лыжня твоя. Так что знаешь, не будет никаких сенсаций. А блокнотик-то твой, Петька, это я сжег. Ты уж извини. Ну, во-первых, там было про диктофон мой подробно расписано. Если бы они прочитали, сразу догадались. Во-вторых, Петь, ну ты уж меня извини. Ну, нельзя так писать. Петя, как профессионал, советую. Бросай ты это дело. Думаешь? А Игоря? Игоря кто убил? Кто? Сергей Васильевич, а за что ты Виноградова убил? Как? Это что за бред вообще? Прости, Ал. И вы, ребят, простите. Подвел я вас всех. Марк, ты особенно извиняй. Васильевич, ты что несешь? Нужно было мне сюда попасть. Повидаться с Виноградовым. Я и компас намагнитил. Оттого и от Галыгина отошли, и Володька ногу вывихнул. Он не терял рацию. Это все я. Чтоб МЧСники
планы не спутали. Давай на раз-два. Тяни! Давай еще! Тяни! Подожди, Васильич. Я тебя всю жизнь знаю. Ты зачем на себя наговариваешь? Вы что, знакомы, что ли? Я у тебя 5 лет работаю. А это не вся жизнь. Сумасшедший дом. Прости. Семь лет назад моя дочка возвращалась из школы. И ее сбила машина. Врачи бились долго, но... А этот, который за рулем был, он куда-то испарился. Там свидетели, и какие были, они почему-то забрали свои показания. Камеры наблюдения, все сразу сломались. В общем, дело закрыли. Ну, я тогда решил найти этого, который... Ну, понятно. И им оказался Виноградов. Да, Виноградов. Очень долго я его выслеживал. В Москве к нему сложно подобраться, потому что охрана. Знакомый генерал помог. Я выяснил, что каждый год, каждую зиму он прилетает сюда один отдыхать. И ты сюда шел, чтобы его убить? Так? Нет. Я вообще не знаю, зачем я сюда шел. Не знаю, может, я хотел ему посмотреть в эти глаза. Понятно, в глаза посмотреть. И для этого ты подсыпал снотворный нам, чтобы мы не мешали тебе в глаза посмотреть. А потом что-то пошло не так. Извини. Извини. Я дождался, когда все уснут, Виноградов остался один. Не понимал, о ком речь. Слушай, я правда не помню. Одной сумасшедшей больше, а одной меньше. Закрой пасть, тварь. Я... Понимаешь? А меня что-то там замкнуло. Вообще не заметил, как у меня нож оказался в руках. Не заметил. Ты! Что? Когда я в него нож воткнул, я какую-то даже свободу ощутил. Я ведь как решил, в Москву приедем, я сразу пойду в прокуратуру. Здесь я не хотел говорить, нет. Хотелось еще пару денечков свободным воздухом подышать. На, ты теперь подышишь на зоне. Лет эдак 15. 15 лет? Виноградов убил его дочь. Ну, это должно же как-то учитываться. Жень, ну все. Алла Ивановна, ну как же так-то? Женька, ну все, все, ну что? Так, все. Завтра прилетит полиция, пусть они разбираются. Вот. А сейчас, Васильич, ты извини меня, я тебя должен закрыть. Павел, погоди. Все, Алла, все. Я все сказал. История красивая, но... Но доказательств никаких нет. Возомнили-то все. Вы чего вообще, чемпионы? Я лично прослежу, чтобы каждый из вас получил свое заслуженное наказание. Володя, перестань, ты же слышал. Я все слышал. Устроили тут заговор, я вас посажу. Я вас всех посажу. Ясно вам? Всех посажу, лично посажу. На кого ты лично посадишь? Что ты лично вообще можешь сделать? Ты же никто. Без папочки своего. Командир хренов. Давай. Иди жалуйся. Жалуйся папе.
Паш. Паша, ты как догадался, что это Васильич? Ну, смотри. Удар ножом мощный был. Понятно, что человек физически был сильным. Спортсмен там или военный. А у вас в группе все, кроме Васильича, хлюпики. А то, что у него наколки спецназовские, я почти сразу приметил. Потом, то, что это ампула со звериным снотворным, мог понять только охотник. А Васильич ходит на охоту. Я при всех говорю, вычислю гада. Везде запостю, что воровство и плагиат. Правильно, Петров. Нечего им. Я тебе лучше истории за охотничьей жизни расскажу. Знаешь, умею сколько? О! Да и потом, когда журналист руку поранил, до этого во дворе был Васильич. Наверняка, чтобы ампулу в снег выкинуть. Погода налаживается. Да. А главное, понимаешь, у него взгляд такой, как будто он потерял смысл в жизни. Как будто его уже ничего не держит. А такие просто так на Урал походы не ходят. Да. Ладно. Давай спать. Когда у меня завод отняли, из петли меня вытянул. Не думал я, что так выйдет. Прости меня, Алла, если сможешь. Ты почему мне про дочь ничего не сказал? Не мог. Понимаешь, это мое. У тебя и так своих бед хватало. Черт. Погоди, Васильич. Все, Алла! Я никуда не пойду. Некуда мне идти. Да и незачем. Васильич, если ты не пойдешь,
Я скажу, что это я убила Виноградова. Улики найдутся. Не смеши меня. Василий, ну давай, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Алка, ну я прошу тебя, ну пожалуйста. Алка. Василич, ну пожалуйста. Ну давай. Твои лыжи. Давай. Давай. Давай, Василий. Нормально, я доберусь. Давай. Стоять! Ты куда собрался, а? Рюкзак бросай! Да ладно. Что ж мне теперь забавы прятаться? Алла, куда? Алла! Василич! Назад ты! Куда? Алла. Назад! Иди, Василич! А. Уйди, я сказал! Иди, Алла. Я сказала! Уйди отсюда! Василий, уйди, живо! Алла! Захвати, тебе ты говорят! Ты что творишь? Давай! Алла! Да. Что ты творишь? Алла! Ты что творишь, а?